Всем добрый день. Вот есть плодопитомник во Всеволожском районе, это Ленинградская область. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, декоративные растения, цветы, кусты клубники и так далее. ЛПХ Всеволожский плодопитомник, так называется. А ЛПХ — это у нас сокращение личное подсобное хозяйство. Плодопитомник Всеволожский, вот он. Более 20 лет выращиваем и предлагаем на продажу саженцы, декоративные растения, виноград плодовый, хвойные растения, ну, плодово-ягодные деревья, саженцы и саженцы кустов, плодово-ягодные кусты, розы, пионы, многолетние цветы, посадочный материал районирован, привои сертифицированы, прививки выполняются опытными специалистами. Работа по профилактике болезней и насекомых-вредителей ведется в соответствии с требованиями. Так, материал здоровый, хорошего качества. Это вот Всеволожский район, деревня Минулова, дом 7. Тут список телефонов есть. И еще другой адрес. Тоже Всеволожский район, деревня Вирки. И тоже телефоны. Вообще под этим роликом есть телефоны все. Сейчас я их диктовать не буду. Есть ссылки на сайты, есть фотографии, все можно посмотреть. Все можно посмотреть. Вот, так что обращайтесь. Организация вот разместила рекламу у нас на несколько лет вперед. Ну и вообще тут действительно написано, что они 20 лет работают. Это, в общем-то, такое впечатление, что действительно работают основательно и серьезно. Посмотрим фотографии. Еще какие тут есть. Да, симпатично, интересно и значимо для садоводов. Всего доброго!